Студенческая команда Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета КФУ «СПЕ Студент Чаптер» получила награду «Excellent Award». Награду вручает Международное сообщество инженеров-нефтяников со сайта of Petroleum Engineers. Студенческое сообщество КФУ признано одним из лучших в 2020 году. Сообщество инженеров-нефтяников нашего института «СПЕ Student Chapter» – это международное сообщество, которая базируется в Техасе, США, и в каждом нефтяном университете есть свое подразделение. Также и в КФУ. В этом году нам удалось получить награду Gold Award, которая получает 20% по всему миру. Показатель того, что наши старания напрасны, и мы будем стараться дальше повышать только наш уровень и получать только высшие награды. Команда КФУ «СПЕ Student Chapter» за 2019 год организовала 4-ю международную научную молодежную конференцию «Татарстан АПЭКСПРО-2020». В рамках конференции проводили экскурсии по научным лабораториям, организовали всероссийский нефтяной турнир и занимались популяризацией науки среди студентов. В течение года мы проводили различные рода конференции. Это в первую очередь международная конференция «Татарстан АПЭКСПРО». К нам приехало более 150 участников со всего мира. Также это всероссийский нефтяной турнир, который организовался впервые на всероссийском уровне. Было около 100 участников. И внутривузовские мероприятия, такие как баррель нефти, это тоже интеллектуальные игры. Конференция «Татарстан АПЭКСПРО» получила признание по всему миру. Благодаря этому каждый год в КФУ собираются будущие нефтяники, чтобы поделиться своими познаниями, идеями и обсудить их с коллегами и наставниками. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.